вот отсюда виден главный флагшток Карагандинской области. Ну, огромный такой. И на нем такое же огромное полотнище флага Казахстана. Такие флагштоки сейчас появились во всех областных центрах Казахстана. Я думаю, что это нужно, потому что это часть идеологии. И такие вещи правительством должны делаться, и они делаются это правильно. И полотнище флага Казахстана, оно немножко выделяется на фоне голубого неба. Сегодня ясная солнечная погода. Лучи солнца падают на флагшток, и за ним виднеется. Бирюзовый цвет имеет флаг Казахстана. Реет выси. В небесной выси реет флаг на фоне голубого неба. И это красиво. Особенно сегодня, когда ветрено. Полотнище развивается, флага. Полотнище флага развивается. Очень красиво. Навевает всякие такие мысли. Можно даже сказать, высокие патриотические мысли. Хорошо, что как-то вот уделяют этому значение, создают вот такие атрибуты. Это нужно. Памятники, они непрактичные, если вот так рассматривать. Но прагматичные. Почему? Потому что вызывают у людей гордость. А это нужно. Человек мог гордиться своим городом, своей страной. Важная такая составляющая жизни.